книгу я взяла из уличной библиотеки, которая находится прямо вот за моей спиной, в Парке Героев 1812 года. И, кстати, здесь подобрать себе литературу сможет любой. Здесь есть все, от русской классики до зарубежной. Кстати, здесь еще можно взять детскую машинку на прокат и поиграть на детских игровых площадках. Но я уже прямо сейчас по традиции начну вам рассказывать, какие мероприятия вас будут ждать в ближайшие выходные в парках Подмосковья, и начну с субботы. Здесь, в Парке Героев 1812 года, в 17:30 пройдет занятие «Клуб юных натуралистов», называется «Лес». В 18:30 анимационная программа, в 19:30 вас будет ждать творческий мастер-класс. В парке Раздолье в 10 часов пройдет мастер-класс «Деревянный значок», и вас будут также ждать разные познавательные программы на протяжении всего дня. В парке Малевича будет спортивный день. В 10 часов тренировка на спину, а в 2 часа бесплатно можно будет покататься на велосипеде. А в городском парке Звенигорода целый день можно будет провести в окружении анимационных программ, творческих мастер-классов и различных развлекательно-познавательных программ для деток. Приходите, будет очень интересно. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в субботу в 9 часов начнется дружеская пробежка, в это же время скандинавская ходьба. А в парке Захарова в 11 часов начнется большое спортивное мероприятие «Подмосковье за здоровье». Также в субботу в парках Подмосковья стартует акция, которая называется «Ночь в парке». А в это воскресенье, 21 июля, в парке Раздолье можно будет позаниматься бегом и упражнениями общей физической подготовки. Начало в 9:30. В парке Малевича в 9 часов начнется тренировка по йоге. А в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в 11 часов тренировка по йоге, и в 3 часа вас будет ждать музыкальный мастер-класс и многое другое. А в парке Захарова соревнования «Меткий стрелок» и мастер-классы. Приходите, будет очень увлекательно и интересно. Ну а на этом все. Проводите свое лето с удовольствием в парках Подмосковья. С вами была Лада Дудко. До встречи на ОТВ.